Советским героям-пограничникам и их служебным собакам, отдавшим свои жизни под Легедзино и в других сражениях Великой Отечественной войны, посвящается. Иван! Хороший ты дядька, но я тебе их не отдам. Паш, если у тебя все, давай я займусь своими делами, а? Все, иди. Борис, возьми двух бойцов, припевай волну. Давай живо. Есть.
успеем оторваться. Прячем гражданских, готовимся к бою. Пацанов, пожалей. Я их сам задержу. Отдашь двоих, задержу и подольше. Финка. Ханхенгол. Сам выберешь. Сынки, мне двоих бойцов в помощь. Я. Вот и ладно. Школа, бегом марш! Прошу вас, возьмите это. С собой я ее взять не могу, а вам в пути пригодится. Возьмите. Спасибо вам большое. Прошу вас, храни вас Господь. Что, сынки, дадим им жару? Дадим, батюшка. Что, страшно? Да. У тебя матушка-то есть? Есть. Есть. А девушка? Есть. Как звать-то? Ксения. Ксения. Красивая она. Очень. А, сынок, а ты видел, что немцы в деревне с людьми-то делают, а? Видел. Видел, да. Детей убивают, женщин насилуют. Вот и подумайте, сынки, кто же будет ваших матерей-то и Ксению ваших защищать? Как не вы, а? Не бойся. В общем так, сынки, из моей команды огонь не открывать. Ладно? Я как ручкой-то своей махну и гуляйте, ладно? И не бойся ничего. Ну, сынки, не подведите. Пойдем.
Деревенские сказали, что видели в лесу, вот здесь, большую группу военных с собаками. Шевцов держится мест, куда немцы сунутся в последнюю очередь. Да, это разумно. Но на немцев они все-таки напоролись. Это мне из фронтовой разведки доложили. Как раз на пути следования Шевцова был бой. Наши разведчики потом обнаружили тела двух пограничников, ну и одного гражданского. Основной отряд, значит, уцелел. И, судя по всему, они движутся к городу. Да. Эвакуироваться будут поездом. Город-то наш. Пока. Только что сообщили, немцы большими силами движутся в этом направлении, и остановить их будет очень-очень сложно. Так что вопрос в том, кто окажется там раньше. Или Шевцов со своими людьми, или немцы. Наши едут. Дед, а дед? А в городе немцы есть? Слава богу, нет пока. Спасибо. Езжайте. Отделение, ко мне! Есть! Располагай, бойцы. За мной! Куда? Живи, живи, живи! Русские проскочили мимо нас, как мимо детей. Мы предполагали, что они рядом. Они снова оставили нас в дураках, это недопустимо. Видимо, это какое-то спецподразделение со специальной подготовкой.
Это ничего не меняет. Наши войска воюют не первый месяц и должны справляться с любой задачей, обязаны. Они лучше нас знают местность. Это уже не имеет значения. Мы знаем, что они идут в город. Наша задача – оказаться в городе раньше них и встретить их ударным огнем. Командуйте сбор. Господин майор, люди вымотаны. Они почти не спали, им нужен отдых. Вы обсуждаете приказ? Молчать. Я больше не хочу ничего слышать. Ничего. Мы должны выдвигаться немедленно. Нам нужен архив любой ценой. Сосредоточили большие силы, враг вел сильный огонь из противотанковых пушек. Иди сюда. Давай сюда, вот садись. Да. Лиза, дайте попробуй. Я кушать хочу. Сейчас, котенок, что-нибудь придумаю. Ну вот, попробуй купить седы. Что у тебя там? Бери корзину. Стой, стой! Верни полотенчик. Колбаса, ура! На, держи, кушай. Ты пьешь тоже. Вкусно. Отламывай.
Удачи. Держите, здесь немного, правда. Яша! Я! Слушай, залезь куда-нибудь повыше, посмотри, что-то неспокойно мне. Ну что, я тебя учить не могу. Хабаров! Я! Бинокль выдай. Да не надо, я так... Приказ слышал? Исполнять. Есть. Давай свой бинокль. Алексеев! За мной. Свежие. Продадите? Я не продаю продукты. Все подсчитано. Казенные продукты. Продукты казенные. Я купить хочу. Мне бойцов кормить надо. Ну, я сказал, не продам. А чего? Вот деньги. Себе их возьми. А чем тебе русские деньги не нравятся? Ты кого ждешь, а? Что ты пристал ко мне? Никакие мне не нравятся. Да ты мне не тыкай. Товарищ, капитан, бери, все забирай, бери. Рассчитаешься? Не надо все. Мне кормить надо. Спасибо. Маруся, у меня не 10 глаз, чтобы за вами следить. Держи, Соня, покрепче. На, держи. Держи. Вот так. О, боже мой. Чемодан берите. Берите чемодан. Давайте хоть помогу вам, что ли. Ой, спасибо вам большое. Не дойдете так никогда. Что бы я без вас делала? Я думала, помру. Пока дойдем. Дети, скорей, скорей. Кто брал рулон? Я сам не знаю, куда дели, а? Ну, где? Я где тогда их? Я тебе скажу, Сереге точно знаю. Накормить людей и собак. Братцы, колбаса. А ну разойдись. Мираб. Я. Яшу накорми. Сейчас делаю. Выполнять. Так и есть. Русские в городе. Наш отряд готов к наступлению. Другие русские войска в городе есть? Нет, все эвакуированы. Отлично, командуйте построение. Группа, полная боевая готовность. Быстро. Лежать. Ты смотри, какой ученый. У вас все собаки такие? Не, только это. А этого что, не доучили? Он у нас приблудный. Сын полка, так сказать. А вы кто такие? Почему не на войне? Мы из окружения выходили. И немцев видели? Видели. Ну и как? Десятка полтора, а может и больше. Уже по нашей земле не будут ходить. Ну правда, и наших ребят потеряли. Хорошие были ребята. Прикрывали наше отступление. Да. Война. Война. Ну все, еще посчитаемся.
А я не знаю. Яша, я тебе еды принес. Чего там? Немцы. К нашим беги. Господин майор, только что получено донесение. С юга к городу подходит еще один наш батальон. Теперь эти русские точно не уйдут, считая архив в наших руках. Паровоз где? Чинят. Когда мы шли к вам сюда, у нас на хвосте сидели 200 очень хорошо вооруженных немцев. И где они сейчас, я не знаю. Скорее всего, уже в городе. Ну что я могу сейчас сделать? Паровоз давай! Иван Матвеевич! Иван Матвеевич! Немцы тихо, просто... Тихо, немцы... Тихо! Немцы... Тихо. Рассказывай. Мы сначала разведку увидели пешие. А потом... Слушай, ну, а теперь иди и спокойно доложи все Егорчу. Понял меня? Да, есть. Давай. Сколько вас там еще ждать? Да не могу я! Там с дросселем проблема! Управляться пора! Быстрее! Котел взорвется к чертям собачьим! Давайте, давайте! Начините уже! А мы чем занимаемся? Лапки ставим! Делаем! Делаем все, что можем! Куда? А что делать-то? А мы на шурупы! Хорошо! Как будешь готов, цепляй вагоны и... Сделаем! Отправляйся! Отправляйся! У меня тендер пустой и воды нет! Какого ж уже немцы на окраине? Давай быстрее заполняйте водой и гони отсюда! Гони, говорю! Гони! Приплыли. Надо встретиться. Приглашай. Алексеев! Здесь! Приглашай. Отделение! Все собираемся!
Глаш. Иди. Спасибо тебе, Вань. За что? Архив. Это самое важное. Расслабься. Девчонок береги. Конечно. Паш! Оу! Сапоги не жмут! Куда Песков с Чуркиным делись? Они дроссель сделали и в депо пошли! Да какое депо? Кто их отпустил? Да все одно мешать только будут! Ладно, как у вас? Долго еще? Еще 10 минут и готово! Давайте, хорошо, давайте! Хорошо, хорошо, хорошо! Кира Андреевна, присаживайтесь. Говорят, скоро поедем. Минут 15 еще. Котик, иди ко мне. Жили-были я и ты, и мама. Жили мы счастливо и будем жить. И однажды на поезде мы поехали перевозить очень важную коробочку. Вот эту, на которой ты сидишь. Да. Одним хорошим людям. Потому что для меня главное – это ты. А знаешь почему? Почему? Потому что я очень тебя люблю. Я хочу привести нас. Помогите, женщина рожает! Женщина рожает, помогите! Кира! Кира! Здесь встретим. С собаками остаются трое. Бегом! Светов, Рыжов, Морской! Уведите собак! Передаем собак! Есть! Есть! Оружие к бою!
Простите! Кира! Пойдите! Полотенце найди, пожалуйста! Найди полотенце! Иди, аккуратней! Кира! Дыши, 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 дыши! Кира, пойдем, сейчас поезд идет! Пошел дед! Пошел дед! Мы нарожаем еще детей, слышишь меня? Пойдем! Кира! Пошел сам иди! Там Лиза одна, ты не понимаешь? Дыши меня, дыши, 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 дыши! Дыши, давай, 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 дорогая! Вдохнула! Вдохнула! Дыши! Смотри на меня! Смотри на меня! Смотри на меня! Держим их здесь, пока поезд не ушел. Потом уходим лесом. Рассредоточились! Прикрой меня.
Радист убит. Он фунгерет? Рация разбита. Черт возьми. Наши должны сейчас пробить город с юга. Если бы мы могли ударить по русским с двух сторон. Ты не слышишь, тебе трехлинейки бьют. Кто такие? Сами кто? Пограничники! Вы кто? Свои. Выходи! А чё ж вы по своим-то лупасите, а? Вы собаку слышали, думали, немцы. Откуда мы знаем, кто там ходит? Тут немцев как грибов. Старший кто? Я старший. Старшина Ивакин. Иван. Валера. С нами пойдете. Немцев много, говорит. Да. Увидишь. Пойдем потолкаем. Егорыч! Колонна вперед! Бегом, бегом!
Давай с другой стороны. Не бойся, Джульпаст. Это ничего, что поезд ушел. Мы в город вернемся. Там нас мама ждет. Джулька, Джулька, мы же с тобой не маленькие. Да не волнуйся, у меня есть компас, который мне дядя Ваня подарил. Он нам поможет узнать, куда идти.